Так, это такой видосик, ребят. Игра, короче, она неплохая, ее стоит покупать, только, конечно, 5000 она не стоит. Вот, 5000 она не стоит, с вами Дарк, но тем не менее я видосик по ней выпущу, засуну в папку, где просто игры, вот. Ее однозначно стоит купить за 2900. Это как Секира, что-то похожее, игра интересная. Ну, мне, по крайней мере, стоит ее покупать. А вот, а постеры на ютубе летают из-за того, что тайминги здесь работают, просто управление сделано через жопу на компьютере. Ну, я справляюсь, как бы, я справляюсь. На геймпаде в нее не собираюсь играть, буду играть на клавиатуре, в принципе, управляемые на ютубе, ой, на клавиши и мыши, тем более можно еще настройки изменить, в общем, управляем. Можно и без геймпада играть. Игра однозначно, она сделана на уклонение и на спецатаков. В ответ, короче. И это очень круто, это новая система. И в стиле Японии, и деву красить, и жопы смотреть. И если жопу будет видно вот, на релизе, очень красиво. Короче, эта игра стоит 2000 и похожа на очень на Секиру. Ну и на Секиру она не похожа, у Секиры лучше, конечно. Там можно на Секире башки отрубать, там кровь вот эта летает, вот это, типа протекание шеи, вот эти вот хребта. Это очень значимо в Секире. А тут это не очень значимо, не очень заметно. Но тем не менее, новая система Соулса и очень боевка классная. Что-то новое, интересное очень. Я считаю, стоит игру покупать за 2000. Вот они, если скидочки сделают, обязательно куплю. Или будут там скидочки, я... Ну, будут денег дохуя, я ее обязательно куплю. В общем, как-то это... Вот графика, конечно, должна быть лучше, но тем не менее, я думаю, что стоит покупать игру. Вот сейчас мы с вами, смотрите, вот я файт покажу один вам. Я его не выиграю, но без вас буду ебать и в итоге выиграю. Но если не выиграю сегодня... Не знаю, выиграю когда-нибудь, потому что нам другие надо игры проходить. Вот, она рассчитана на ПК только на тап зажимать. Если бы что-то блестело, это было лучше выглядеть, когда я узнал, мне тайминг нажимать. Вот сейчас понятно, тайминг, например, если он делает красный хуйню, это все понятно, когда он запрыгает сверху. Вот это вот, как вот это назвать? Вот это вот уклонение, оно... Видите, вот это вот, как вот сейчас я уклонился, но непонятно, как его без... Вот, я сейчас что, уклонился, вот это вот... Вот это вот уклонение, оно непонятно. Вот это вот красное, оно очень хорошо, если понятно. Вот это вот золотое вот уклонение, золотистое уклонение из спецатака, оно непонятно. Вот это вот, когда мне нажимать? Вот сейчас мне просто блоки ставить на такую атаку, или, ну, похоже, просто блоки ставить. А как мне отличить его, вот когда он в воздух подлетает, надо на тап нажимать. Это спецуклонение, и тогда вы начинаете босса ебать. Вот. Сейчас еще раз. Кто понял, тот понял. Кто не понял, знаешь, слишком тупой и слишком русский человек. Вот. Русский у вас разум просто, у него мозги русские. Это печально. Быть русским. В нынешнее время печально очень быть нынешним дурачком. Да. Вот это вот красная атака, она хорошо уклоняет, если по таймингу нажимать, таймингу, в принципе, эллиптично работает. Просто немножко кривое управление на ПК. Что игра была не рассчитана на ПК. Но тем не менее, вот я справляюсь на ПК. Как вы видите. Вот ко мне непонятно, вот. Красные атаки я всегда увернусь, я тайминги выучу. Вот. А, вот от желтых атак, которые как бы непонятны. Там ничего, ни сабля не блестит, ничего не видать. Вот. Это хуёво, конечно. Лучше бы вот. У врага блистанула сабля, я бы знал, когда мне уклоняться. Когда именно тайминг поражать. Уклонение, чтобы я сделал спецатаки.
Ну, очень вкусно рубить их, очень вкусно. Такое мясное желе, такое, ну, как тараканчик. В башке ёбаешь, у него там пердится что-то. Вот, это... Воу, воу. Блядь, это очень вкусно. У меня русский. Русские говорят, не вкусно, а я говорю вкусно. Это очень вкусно. Вот эта красненькая жижа, из которой... Вот она и лоб. Вода вкусная. Раз пенька в шопу. Он ножками. Ну, если бы за бабу играть, ножками так в шопу и танцевать, а потом по жопе место ли давать. Это очень вкусная система. Так, если можно. Вот так, смотрите, в жопу. Опа, видите, раз пендаля. Представьте, баба была ножками. Тры-ды-ды-ды-ды. А потом пендаля, бля. Уху, уху. Вот это вот уклонение не совсем понятно, бля, из-за него убивает. Вот это вот желтая, вот это вот желтенькая хуйня. Вот где тайминг, тайминг, вот это уклоняшки, вот такой, оп-оп-оп. А девочка там в юбочке такая с пурорезами, как уклонилась, а жопа-то блестит, мясной от вот. Это же вообще огниво, бля. Если юбочки были прорезные, но их нет. Так что минус игры. А минус игры во всех есть минус игры. Вот в какой игре нет минуса игры? Скажите мне, напишите в комментах. В какой игре нет минуса игры? Во всех, блядь. Есть минусы игры. Всегда. Вот тут юбочки, вот тут. И графику надо получше сделать. Сори, но надо получше. Потому что какой год там на дворе, разработчики? Без обид. 2023, блядь, на дворе. К сожалению, это так. Опачка. Ну, прям вот охуенную графику не надо делать, а ну вот так вот немножко покрасивее, как вот Шекира, и что-то еще получше вот оптимизировать. Получше там горки смотреться, природа, вот это вот. Надо предактировать, конечно, было. Так что вот, а игру-то однозначно стоит, ну, купить за 2 500. Цену я повысил вчера, я потому что этого еще поебались, мы ночью с ним ебались. И я понял, что цена-то выше. Мы с ним просто долго ебались. И я понял, что игры цена выше. You'll be begging me to spare you. Ну, явно не 5. Потому что юбочек-то нет. Если бы голову не видать. Если бы я ее увидел... Тогда мне заплатил. Да. Тут надо просто блок ставить, но как это понять на клавиатуре мыши, я не знаю, не понимаю. В общем, сейчас я буду с ним ебаться. Когда я доебусь до второй локации, вы увидите меня на стриме, скорее всего. Всё.